Глава 6. Виверны. В это время подножие каменного когтя. Вождь, мы провели разведку, как ты приказал. Людишки понастроили своих укреплений повсюду до самой вершины. Что они замышляют? Если они хотят сражаться, то почему не напали раньше? Ишны Алоупаран, юный вождь. Керн, ты-то что здесь делаешь? Мы в долгу перед вами, и оплатить этот долг можно лишь кровью. Мы пришли помочь вам добраться до Оракула. Похоже, главное препятствие — эти розовокожие твари с железными шкурами. Эти розовокожие твари называют себя людьми. Они наши враги. Кажется, они не хотят пускать нас на вершину. Мудрость Оракула принадлежит всем. Может, нам помогут виверны? Они живут здесь неподалеку и не любят незваных гостей, тем паче врагов. И снова всем хайку, друзья мои. С вами всегда Дезертирка. Продолжаем. Я враги. Нас теперь есть Минотавры вместе с Керном. Посмотрим, что у нас по добыче. Давайте вот так, вот так. И дерево у нас никто не добывает, да? Нет, дерево добываешь ты. Замечательно, молодец. Так, что мы здесь можем сделать? Охотника за головами, знахарь повышает скорость становления. Отлично. Готов кралом. Духи не знают. Давайте тралом прогуляемся вместе с нашим героем. За честь. Надвигается буря. Да. Знахаря вызывали? Иди. Ну-ка давай-ка. Ща как порешаю всех. Так. Кстати, у трала что-то можно изучить. О, землетрясение, круто. Это очень классно. Сейчас порешаем, посмотрим, что у нас здесь вообще есть. Здесь есть какой-то оскверненный источник. Это место было осквернено. Чувствую, духи ушли отсюда. Займемся этим. Духов здесь нет. Я понял эту тему. Убейте хана кентавров, отнесите знак очищения к источнику. Окей. А, пока что вот здесь все загажено людьми. Нам нужно, скорее всего, будет... Наверное... Хорошо. Так, вот вы добываете, пожалуйста, здесь еще вот так. Даже, наверное, знаете, потом вот сюда вы придете добывать. А, ближний бой увеличим сейчас. Раба еще, наверное, одного. Исследование завершено. Как раз-таки туда докинем. Что у нас здесь? Давайте отправим ребят сюда. Они помогут починить, кстати, его. Я сказал починить. Готов его могут. Кралом. Да, они действительно могут его починить. Делаю. Отлично. Так, и будем прокачивать здесь все. Так, требуется алтарь бури. Нам нужен минимум один, наверное, юнит, который будет строить все это дело. Логово нам определенно нужно как минимум еще одно. Да-да. Сделаю. Потом, например, вот это дерево я будешь делать. Зов. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь вообще есть. Выделим наших юнитов, всех пойдем прогуляемся. И посмотрим, кстати, еще задание, которое здесь есть. Это каменный кодекс. Уничтожьте лагерь у каменного когтя.
Уничтожьте людей, разбивших лагерь подножия каменного когтя, чтобы беспрепятственно подняться на вершину этого пика и найти вход в пещеру Оракула. Виверны. Найдите виверн, найдите благородных виверн Калимдора и заручитесь их поддержкой. И, соответственно, оскверненный источник. Убейте Хана, отнесите знак очищения к источнику. Источник жизни некогда благословенный богиней и луной. Теперь осквернен мерзкими гарпиями. Смыть скверну можно с помощью знака очищения, хранящегося у Хана местных кентавров. Если вы добудете этот знак и очистите источник, ваши воины смогут вылечить свои раны. Дабу. Исследование завершено. Кого убить? Руки не знают усталости. Так, я думаю, знаете, можно вот так сделать. Оп. Не убивали моих юнитов. Так. Виверны, пленницы гарпий. Берегись, старый дурень. Каменный коготь наш. Никто не уйдет отсюда живым. Ни люди, ни эти скоты. В атаку, сестры! Какой противный у тебя голос, женщина. Ну да ладно. Он пока еще хилять не умеет, к сожалению. Мы все равно их побьем. Дело сделано. Вперед! Я вождь. Нет, бежим. За честь. Так, амулет маны, дополнительная мана. Много, плюс 250. Духи у тебя плюс 150. Усталости. Обменивайтесь. Да. С нами, мать земля. Я твои вождь. Заклинания я, как да правило, юзаю чаще. Исследование завершено. Так, бедняк мы спасли, получается. Сейчас будем люлей дальше раздавать. Да. МЦ-шечку, да, молнии, надо запомнить. Так, что у нас в лавке? Жезл, лечебное, зелеманное, исследование, исцеление точнее, и камень ясновидения. Но здесь не знают усталости. Нет, в принципе, никого такого. Пофиг, пошли да. дальше. Дабу. Так, эти молодцы спят, Дабу. Надо побить их по-бырому. Я думаю, попробовать землетрясение, но оно и на своих, к сожалению, действует, по-моему. Минус один зигзаг. Не очень хорошо, а он под хилочкой мразь стоит, вы посмотрите, наглый какой. Камень здоровья, хорошо, что он дает, повышает восстановление, ну, керну, самое то. Так, вот здесь надо, получается, пройти вот сюда наверх, спасти всех. Окей, понял, принял. Улучшаем. Улучшаем. И да. ты, пожалуйста, построй мне еще одну лесопилочку вот здесь. Все равно мне это понадобится, потому что мне нужно будет улучшать их. А я думаю, что сейчас на меня должно уже скоро прийти. Атаковать меня. Поэтому давайте построим с вами пару башен. А именно раз, два. Как-нибудь. Да-да. Два. Три. С удовольствием. Здесь нельзя строить. К сожалению, она криво построится. Хорошо. Поэтому вот так. И потом обратно добывать Сделаю. Золото. Вот это на случай, если на меня решат напасть. Я думаю, так будет норм. Ну, плюс-минус. Так, нам нужны бугаи. Духи не знают усталости. Про это я и говорил. Оп-оп-оп-оп-оп. Отмена. Ох, вы мрази-то. Займемся этим. Да. Табу. Исследование завершено. Вы, детишки, что-то совсем охренели, я смотрю. Дело сделано. За честь. Табу. Духи не знают усталости. Не успел, к сожалению, все отменить. Дело сделано. Из-за этого мне расхреначили. Дело сделано. Блин, хреново. Чего хочешь? Давай. Почини пока. Духи не знают усталости. Да. Займемся этим.
локацию, да? Здесь пока все добывают. Здесь мы будем улучшать наши шипы, потому что пусть они тоже коцают строение наших друзей, да. Скажем так. Конечно. Готов же, не другов. Я вождь. Смотрим, что у нас получится. Завершено. Так, здесь щит. Ты починил? Молодец, красавчик. Моя жизнь принадлежит. Займемся этим. Так, на единичку запишем все это дело. Да. Я, конечно, вождь. Не готов я к тому, чтобы так терять. Ну да ладно. Давайте пока вверх прогуляемся, поглядим, что здесь. Дабу. Дабу. Здесь у нас тоже весело, я понял. Давайте вот так вот шмальнем. И, наверное, еще волков призовем. И, наверное, еще. Ну, это что-то. Исследование завершено. Пухи не знают. Усилим молнию. По-быстрому их раздамажим всех. Нам бы хилов, но пока у нас их нет. Так, что здесь можно делать? Гоблинский резак. О, шикос. Гоблинские резаки нам точно нужны. Две штучки. Идите рубите лес. Вот вы прям топчик. Топ-топчика. Топчик топа. Ну, прям лучшее, что могло быть. Так, ну, в принципе, тут как раз они весь лес плюс-минус вот этот вырубят, который здесь есть. Я думаю, нормально будет. В принципе, да, рубите здесь лес, я думаю, нормально. Локтар-угар! Так, да. Вот здесь можно построить вторую базу. Хорошо. Усталости. Хорошо. Я вождь. Что у нас есть еще? Лох, давайте раздолбаем всю эту гадость. За честь. И нам нужно срочно изучить у киллеров. А я не помню, где это изучалось. Чего где это изучалось, это точно. Так, не в зверинце. Не в алтаре бури. Но алтарь бури нам все равно надо строить, потому что у нас его нету. Он требуется для дворца вождей. И, по-моему, после достижение, получение, точнее, дворца вождей, я как раз смогу уже нормально Локтар-угар. Обновлять себе юнитов. Ладно, сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Где-то примерно сейчас должны на нас вроде как напасть люди. Сюда мы никак не можем пробраться, потому что они здесь все закрыли, перерезали, перекрыли. А в итоге туда. Не знают. Хорошо. Давайте пока прогуляемся в бок. Надеюсь, за это время на нас не нападут. Если на нас нападут, будет очень обидно. Но мы можем зато построить как-нибудь вот так вот. Все это дело. Сделай. Локтар-угар. Давайте пройдемся сюда. Здесь исследование завершено. Нужно золото. Нужно больше золота, кто бы сомневался. Золото — это штука проблемная. Дело сделано! Табу! Да! За честь! Бьем их, да. Давайте-ка всех. Наш город напали. Лесом лес. Ай, больно. Больно, больно, больно. Тем временем на наш город напали, но вроде как мы еще живы. Что определенно является плюсом. То есть не зря я строил все это дело. Духи не знают усталости. Так. Улучшение. И ждем. Потому что нам нужно больше денег. С дерева у нас проблем теперь не будет. У нас очень быстро резаки будут сейчас добывать дерево. Исследование завершено. Тем более, что у них высокая скорость боя. Они, кстати, еще помимо всего прочего, что мне нравится, очень быстро разрушают строение. У них очень большая атака по укрепленным объектам. По-моему. А может и нет. Здравствуй.
Так, свиток защиты и зачем я его купил, непонятно. Ладно. Свиток исцеления на Керна. Защиты. Буря. В принципе, пойдемте попробуем дальше прорваться. Подхилили всех, плюс-минус. Надеюсь, свитка защиты мне, в принципе, хватит. Ребята прям хорошо так прорываются. Дом вождей сейчас уже почти построится. Займемся этим. За честь. Окончательно. Табу. Да. Исследование завершено. За честь. Так, не все, к сожалению, могут атаковать. Я бы даже сказал, фактически никто. Немедленно. Так. Ладно, сойдет свиток защиты. Давайте его как раз активируем. Опять-таки. Пойдем дальше. Там, чувствую, дальше будет вообще какая-то жопа. В принципе, да. Хотя, учитывая, что они керны в основном атакуют. Чего желаете? Я вождь. Блин, у него мана не бесконечна, к сожалению. И если он один будет атаковать, ну это такое себе будет, конечно. Они еще отхиливаются, гадины. Вы видали? В принципе, можно Трала было одного сюда посылать. Ясно, ладно, понятно. Так. Трала на помощь. И вот такая вот замечательная штучинца. Жопа аликовским войскам. Нехрен было на меня нападать. Я вам это не прощу никогда. К счастью, они уничтожают в начале вышки, и это их проблема, беда, обиды и все такое. Зул'джин будет отмщен. С нами, мать земля. Скорость боя, скорость перемещения. Вот, отличная штука. Займемся этим. Клановская ловушка какое-то время будет действовать, это очень круто. Мы также можем... Зул'джин будет отмщен. Нужно золото. Да, с золотом у меня определенно какие-то трудности. Нужно накопить его побольше. Духи не знают усталости. Зул'джин будет отмщен. Займемся этим. Так. Что прикажете? Духи не знают усталости. Я вождь. Кого убить? Чего? Кого убить? Дабу. В принципе, пойдем. Да. Зул'джин будет отмечен. Хрен с ними. За честь. Можем попробовать вот так сделать. И плюс ловчий мы получили. Вот в чем проблема вся была, я вспомнил. Я вспомнил, что я хотел сделать и что я при этом не сделал. Дабу. Ну ладно. Уже особо менять что-то поздно. Час пробил. Завершено. Никто не уйдет. Час пробил. Да. Эти гордые создания помогут нам добраться до вершины. Значит, вот таким вот рукожопым состоянием. Твои вождь. Навстречу ветру! Ну, как состоянием, точнее, вот таким вот рукожопым моментом усталости. Я умудрился добраться. Никто не уйдет! До наших друзей. Говори, вождь. Быстренько осматриваем всю землю, которая и здесь прилегающая. Не завершено. Летим! Смотрим, что, кто здесь, как, чего, зачем, почему. Навстречу ветру! Только вперед! Отлично. Крылатая смерть! Подолбаем вот этих ребят. Ух, нихрена их там!
отвянь. Я думал, их там будет меньше. Так, зелье маны. Ну, мана нас особо не потратилась, поэтому... Куда пойдем? Собственно, разницы-то и нет. Давайте тогда возвращаемся. Мне нужно будет... этим отрядом, честно говоря, попробую вот это... вот этот угол карты полететь, посмотреть, что там есть. Летим! Раздолбать быстренько вот эти здания. Если там что-то интересное есть, то можно и забрать даже. Я не думаю, что там что-то такое будет. Навстречу ветру! Эй! Ладно, как я, собственно, и думал. Так, быстренько летим вниз, осматриваем, что там есть. Скорее всего, там ни хрена нету. Мои бедные ребята вырыли здесь, вырезали, точнее, весь лес, который там был. Лохтар Угар! Так. Здесь тоже ни черташеньки нету. Сейчас они еще вот этот весь лес вырежут. Деньги наконец-то у меня накопились, я дождался этого момента. Быстренько улучшаю. Раз. Два. Подводим сюда также наших друзей. Пути не знают усталости. Жду приказаний. Я вот. Займемся этим. Отстанет час нас. Час пробил. Говори, вождь. Так, я очень сильно вождь. Досталось всем и вся, но надеюсь, что все-таки это... Постройте логово. Как-то можно будет решить. Так, нам нужно больше логова построить. С удовольствием. В принципе, давайте этим и займемся, наверное. Сделаем. Да-да. Так, и, наверное, вы вдвоем отнесите, пожалуйста, дерево и постройте мне эту хренотень. А ты продолжай добывать, в принципе, да. Ты мне второй не нужен. Дерево они добудут тоже, опять-таки, очень быстро. Вся проблема только в золоте. А раз проблема только в золоте, мне нужно будет, значит, строить вторую золотую шахту, а именно дом вождей. Духи не знают усталости. Переходим тогда сюда. Где-то. Где-то здесь должен бежать раб. Он бежит. Как раз может построить дом вождей. Завершено. С удовольствием. Займемся этим. Отлично. Да. Дело сделано. Оставляем пока дело вас вот так. Дело сделано. Духи справа подаем сюда. Смотрим, что здесь вообще есть. Еще. Разведать нам особо смысла нет. Ну, давайте попробуем разведать вот здесь. Что у нас здесь? Нам нужно... Искорененный источник. Убейте хана кентавров. Хан кентавров, видимо, он... вот где-то здесь находится. Лохтар Угар. Сейчас мы это дополнительное задание тоже будем выполнять. Жду приказа. Дело сделано. Так. Нужно золото. Нам нужно несколько таких. Жалко, что здесь нету трейда, то есть нельзя... продать. Дело сделано. Какие-нибудь вещи. Дело сделано. Да. Ну да ладно. Знахаря вызывали? Да, знахарь, чувак, мы тебя вызывали. Ты нам прям очень нужен, но у тебя очень собака мало маны. Йента очень хреново. Даже несмотря на то, что она у тебя быстро восстанавливается. Нужна моя помощь. Духи не знают усталости. Чем надо служить? Займемся этим. Так. Ну, ждем, пока у него восстановится. Потом подхилим всех сразу. По-другому никак. Нужна моя помощь. Духи не знают усталости. Так. Ну, в принципе, можно пока... я думаю, еще одного знахаря добавить, а то и двух. Ребята уже вырубили почти весь лес. Я говорю, проблем с лесом у меня больше не будет. Как только они вырубят лес, я сразу направлю ребят на войну.
Чем могу служить? Я вождь. Жду приказания. Это, конечно, подстава подстав. Запиливай. Лечи кого можно, так сказать. Злотар Угар. Займемся этим. За честь. Я вождь. Унтаму. Духи не вот, знают, пусть они вот так отлечатся, я думаю, будет норм. Ну, хотя бы. Да, то есть хотя бы кто-то полечится, и то хорошо. И начинаем потихоньку наращивать мощь. Так, у нас здесь Рашра добывает, Зевара добывает. Я думаю, вас отправить вон сюда. Я не знаю, дошли они, не дошли, но ну, все, ох, типа, ладно. Чего здесь равно бывает? Хорошо. Где-то еще один. Отлично, тоже сюда же. Просто там где-то 5 человек получится. Так, отсюда. Ментавр привез шанс нанести урон нескольким противникам при каждой атаке. Неплохо, скорее всего, улучшим. Возможно, даже возьмем двух минотавров. Так, и опять-таки, где у нас скопление? Скопление у нас будет вот здесь. Пофиг. И мне нужно прокачать метательное оружие. Это важно. Это важно, это очень нужно. Лок-тар-угар. Пока вот тем, что у меня есть, пойдем. Дабу! Говори, вождь. Я вождь. Да. Локтар-угар, жду приказаний. Я вождь. За честь. Вынесем кентавров вначале. Духи не знают усталости. Табу. Там уже всех остальных. Я вождь. Приказаний. Духи не знают усталости. Исследование. За честь завершу. Говори, я вождь. Сейчас ждем, пока он воскресится. Духи не знают усталости. Чего брик да, хороший? Локтар-угар. Табу. Отлично. Знак очищения. Займемся этим. Что он, кстати, дает? Знак, созданный друидами прошлого, предназначен для очищения земли от порчи и скверны. Окей. Думаю, уничтожим все вот эти домики, возможно, вот хотя бы в этих что-то да будет. Если ничего нет, а, к сожалению, там действительно ничего нет, мы возвращаемся на вот эту точку. Берем Керна. Керном относим все сюда. Тут у нас предок большой появился. О, красавчик. Всем противникам, находящимся рядом с целью атаки. О, неплохо. 60 урона. Пауэ. Смелее, мой юный друг. А куда уж смелее, мой юный друг. Где враги? Так. Надвигается буря. Что нужно? Неужто еще один вышел? Скверненный источник моечистителя. Духи не знают усталости. Вообще великолепно. За честь. Задание выполнено. Круто. Выполнено. Все. Теперь мы отбиваемся от этого говна. Духи не знают усталости. Отбиваемся от говна. Так, сначала убиваем вас. Пикирую. Всяких магов там. Хилов и прочих. А потом уже всех остальных. Первый отряд также забираем двух замечательных резаков. Я думаю, что этой армии мы уже сможем плюс-минус противостоять нашим врагам. Все, добыча золота у нас идет просто великолепно. Наши замечательные резаки бегут на помощь. Я не знаю, почему я до сих пор, кстати, не прокачал у ездовых наших друзей. А, я понял, почему я не прокачал, потому что у меня настроения такого нету. Ладно, ничего страшного, давайте сначала... Зайдем вот сюда. Да. За честь. Нападает на меня в основном синий. Да. Говори, вождь. Я вождь.
Локтаругар. Будем драться с ними. Духи не знают усталости. Никто не уйдет. Ундаму. Я вождь. Табу. Говори его. Прошу не бей. Локтаругар. В бой. Говори его. Духи не знают усталости. Это осталось четверо, это не очень хорошо, но ладно. За честь! Вон дабу! Локтаругар! Духи не знают усталости! Так, ну пока все плюс-минус еще более-менее нормально. Быстренько раздолбаем нижнюю базу. Локтаругар! Никто не уйдет! Духи не знают усталости. Там перейдем на верхнюю. Да, исследование завершено. Еще можно вот так вот сделать, смотрите. Бам. Я бы даже сказал, шикозненькое решение. Займемся этим. Говори его. Уже, правда, всего три осталось птички. Врагу нет. Не очень хорошо, но ничего страшного. Быстренько. В бой! Подамажим. Духи не знают усталости. Табу! Говори его! Так, здесь нам только вот сюда переместиться, и будет вообще все зашибись. Хорошо. Он табу! Час пробил! Говори его! Я вождь! За честь! Враг в небе! Духи не знают усталости! Он табу! Отлично. Все это добиваем. Я думаю, знаете, что сделать? Правом быстро сгонять вот сюда. Чем могу служить? Достигну. Я вот. За честь. Всех что направить. Силиться. Кроме трава. Трав, ты сюда. И чувак определенно сюда. Наш город напали. Оба-на. Духи не знают усталости. Локтаругар. А вы что-то, я смотрю, прихренели. Табу. За честь. Давай теперь травом наверх. Табу. Сейчас мы будем. Табу. Туда-сюда. Да. Табу. Ну, давайте-ка. Да. Мне тут без всяких этих ваших. Да. Понимаешь, что волки бесполезны частично, но... За честь. А, да. Он их, то есть, получается, вообще они их игнорят. За честь. Трава соляновый, да. В принципе, разнести может. За честь. Главное, это да. Как-то контролировать дело. Дабу. Да. Дабу. О, они за ним полетели, отлично. За честь. Да. Дабу. За честь. Дабу. Просто не хочу, чтобы они мне базу разрушили. Займемся не имеет этим. Никакой логической цепочки. Да. Ну-ка идите-ка на меня. Да. Готов, крал. Духи не знают устали. Значит, главное траву не потерять. Не потерять, не потерять, не потерять. Да. Оп. Отводим. Да. Никто не я уйдет. Я слышал зов. Локтаругар. Готов, чем крал. Могу служить? Выжил. Займёмся отлично. Этим. Я вот смелее. Так, ладно, коли трава у нас сейчас пока занят, давайте сюда подойдем. Готов, купим резаки.
И вот так, наверное. Не боюсь. С нами, мать земля. Так, сколько сюда поместилось? Отлично. Готов вкалывать. Займемся этим. Унтабу. Ты меня пугаешь? Оставшиеся ребята пусть здесь останутся. Так, вы тоже загружайтесь, пожалуйста. Готовки не знают усталости. Правильное решение. Ты меня пугаешь? Говори, вождь. Летим! Ты меня пугаешь? Жду приказаний. Навстречу ветру! Займемся этим. Достигко. Зануды. Локтаругар, за честь. Давайте пробуем вынести все это. Я вождь. Говори, вождь. Духи не знают усталости. Враг в небе. Я вождь. Я враги. Локтаругар. Старые кости. Я вождь. Духи не знают усталости. Так, нужен. Да. Ну, давай. Да. Локтаругар. Нас атакуют. Я вождь. В бой! Час пробил! Не очень, к сожалению, много хп-шек у него. Правильно. Займемся этим. Чего желаете? Локтаругар! Духи не знают усталости. Нас атакуют. На тараном, видите ли, идет. Я слышал зов. Немедленно. Давай, травы, я верю в тебя. А, нужна моя помощь. Нас атакуют. Я верю в тебя, мужик. Правильно. Займемся этим. Вот дорога. Нас атакуют. Займемся этим. Табу! Табу! Так, смотрим, как они тут справляются. Но в целом нормально. Главное вот просто вот этих гадов убить. Час пробил! Я вот! Табу! Ну что? Бой! Никто не уйдет! Час пробил! Ауч. Лок на рож. Ну давай, забивайся, ну. Да. Зачесть. Я вождь. Давайте вот это здание вынесем сейчас. И потом будет все. Мы наконец-то закончим эту гадость. И все будет круто. Бой! Дирижабли можно вот сюда. Нас атакуют. Здесь вот так. Вот так. Все остальное, в принципе, изучил. Локтаругар. Духи не знают усталости. Да. Черт, дирижабли он так не может сбивать, ну ладно. Знахаря вызывали?
Немедленно. Будем по два юнита здесь возить сюда. Займемся этим. О! Неплохо. Давайте вот так сделаем. Па-па-па-па-пам-па-па-пам-пам. По идее, она против него не работает. Ихи не знают усталости. Хотя нет, работает. Лохтар Угар! Я вот. Чего прикажешь? Чем могу служить? Табу! Час пробил! За честь! Да. Я, по-моему, нарушает только, нет? Замедляет перемещение войск. В принципе, все. Ура! Постой, вождь! Это та самая девушка-чародейка, про которую мне говорил Задира. Похоже, она тоже идет к оракулу. Осторожней, юный вождь. Это пещера. Великолепное место для засады. Не волнуйся, Керн. Я вырос среди людей и знаю все их уловки. Ничто не остановит меня на пути к оракулу. Всем спасибо, всем пока, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Удачи, увидимся в следующей серии.